Не отдавать лес предпринимателю. Миасские активисты присоединились к жителям, ратующим за сохранение леса возле гипермаркета «Карусель». Напомню, спор о так называемой зоне К идет уже который месяц. Вместе с активными общественниками жители бьются за то, чтобы не позволить срубить многолетние деревья. Этого добивается предприниматель, планирующий построить склад за гипермаркетом «Карусель». Однако, благодаря вмешательству жителей Машгородка, лес пока сохранен. Поддержать их готова и политически активная молодежь. Депутаты в очередной раз не хотят слышать мнение народа. Люди против. Люди отстаивают этот лес уже и на общественных слушаниях отстаивали, и на митингах отстаивали. И вот в очередной раз митинг состоится 22 октября, куда я, пользуюсь случаем, всех приглашаю. Этот лес скоро останется единственной зеленой зоной, которая отделяет южную часть Машгородка от заводов и фабрик. Мы, как Миасское отделение КПРФ, поддерживаем жителей и будем стоять вместе с ними за лес до конца.